Привет, друзья, с вами Братец Ву. Сегодня мы продолжаем наше ролевое приключение в Японии по мотивам произведений Лавкрафта, а также прочих моих домыслов и просто мыслей по этому поводу. Сегодня со мной играют Артём. Всем привет. Наталья. Алло. Андрей. Алексей. Привет. Лера. Всем привет. И впервые на экране Артём еще один раз. На самом деле Филипп, да. Человек удивительно похожий на Артёма. По чистой случайности. По чистой случайности, да. Они даже сидят. Однофамильцы. Однофамильцы, да. Но здесь фамилии не видно у нас, поэтому можно сказать, что просто похож. Ну, всякое бывает в жизни. Клоны мы еще отыграем, как ты подключишься. Напомню, кто у нас за кого играет. Так, значит, у нас Артём играет за Адама Бзижинский, и у него зеленая фишка. Правильно. Вот он сейчас, секунду. Адам или Адам, как правильно? Адам Бжезинский. Он Бжезинский, во, опять. Андрей Вацлав Пшибыльский. Пшибыльский. Да. Не знаю, почему в Японии все поляки тут начинается это. Наталья Элизабет Дрейк. Красный цвет. Да. Как красный, да, синий до этого был, неправильно. Синий был Вацлав Пшибыльский. Далее, значит, у нас идет Лера. Кстати, Лера, как тебе писать? Вот там народ возмущался, что я тебе написал Валера. Тебе писать нет, Валерия нет. Или Лера, абсолютно или Лерочка, разницы. Или Лерусик. Лерусик, да. Все равно, абсолютно. Или там котик, рыбка, могу написать. Солнышко. Да-да-да. Солнышко. Пёсик. Пёсик. Как ласковая жена зовет Алексея обычно. Да. Ты где пёсик был? Пёсик бегал. Тебе все равно, да? Мне абсолютно все равно. Поэтому буду писать, как хочу. Вот так. Значит, Лера у нас играет за Сашу Миронову, и она черная, действительно? Да, да. Он спрятался в мешке. Черный русский. Хотел не ходить. Черный цвет. Алексей за Брайана Харрингтона. You're absolutely right, sir. И я так понимаю, желтым у нас будет Фил. Да. Он же Филипп. И его персонаж зовут Патрик Докинс. Как он выглядит, мы еще до этого доберемся. Итак, и господа. Неважно. Чего? И удачу не забудь прокинуть ему сразу. А на каким кубиком кидать? 3D6. Ну это не сейчас. Ну я прямо сейчас прокину, чтобы уже давай потом сразу. Два раза да, не вставать. Сразу. 5-5-1. 11. 55. Это все на 5. А по-моему я всем 11 прокинул, да, в прошлый раз? Да, почти у всех. 11-12, да. Две двенадцатки. Это машина, небольшой такой бусик японский. Сейчас раннее утро, туманное. И вы едете по дорогам, выводящим вас из большого Токио, и направляетесь в сторону гор от Токио. Дороги частично перекрыты после землетрясения. Землетрясение хоть было и небольшое, но все равно вызвало какие-то небольшие разрушения. И то, что некоторые мосты были закрыты, вот это... Сейчас раннее утро, поэтому, слава богу, на вас-то сильно не скажется. И потом вы выезжали с окраины. Так, значит, у нас все сидят здесь. А впереди сидит тот самый японец, который вас повез. И внезапно на выезде из города у одного небольшого отельчика он тормозит. Вы еще удивлялись, почему он не поехал сразу по главной дороге. Он тормозит, и там под утренним моросящим дождем стоит. Как он выглядит, расскажи. Значит, я с истории начну, чтобы было более понятно, как он выглядит. Значит, Патрик Докинс, то есть я, это американский коп, родом из Ирландии. Вот, и он под прикрытием работает, приехал в Японию для расследования. Значит, мне 35 лет, вот, выгляжу я так хорошо сложено. Вот, значит... Hello, пропал. Да, не-не-не, я ничего не говорю. Да.
Значит, послали его по поводу какого дела? По всему миру начали продавать из различных частных коллекций и музеев древние японские артефакты, которые были вывезены там, я не знаю, во время Второй мировой из Японии, и они возвращаются, ну, воруются и возвращаются туда, в Японию. Вот. И поэтому он туда приехал под видом экспоната. Я всегда говорю антиквариата, под видом антиквара. То есть он такой в костюмчике с бабочкой, таких, может, даже очочках. Странно, что у тебя не польское имя. Не, у меня не польское. Очень странно. Нет. Вот. Вот так я выгляжу. Ты во что одет? Какие по тебе вещи? При мне такой чемоданчик, такой не совсем стандартной формы, такой широкий, в общем, ну, небольшой, а такой широкий, вот как будто в нем что-то такое круглое, может, не знаю, лежит. Значит, что-то круглое, квадратное. Его? Пусть будет так. Может, я не знаю, ваза какая-то. Ладно, это не важно. Ну, пиджачок, галстук. Детали — это бог. Ладно, пиджачок такого коричневого цвета. Штаны, рубашка, такого интеллигентного вида человек, вот, но что-то в нем его, наверное, выдает. Вот. Парашют. Не парашют. У него есть подозрительные усы? Нет. И монокль. Так что же выдает? Ты говоришь, что-то выдает. Не, его будет выдавать поведение. Вот. Он не просто так был отправлен в Японию. Так он ты был подожди подобран... еще сразу карты разрывать поведение. Пока твое поведение никто не знает. Не, я просто объявил сразу, что я коп, но пусть все думают, что я антиквар. Зачем что объявил вот. Сразу, что ты коп? Раскрыл всю интригу. Ну ладно, ничего страшного. Так вот, дверь открывается, она так выезжает. И вы с удивлением смотрите на этого человека, который собирается к вам, видимо, садиться, а ты видишь перед собой пятерых человек. Все он в основном. Рыжий? Сейчас спросим. Все в основном англосаксской наружности. Англосаксы, также есть ярко выраженной славянской наружности. У нас Саша Миронова из СССР. С большой тугой косой. Поляки, в общем, тоже скорее славянской наружности. Ну, поляки они такие, непонятно. Они как хотят, так и выглядят. Как скрулы, что ли? Я вон черный поляк, например. Они на стыке. На стыке культур находятся. Хотят славяне, хотят европейцы. Как выгоднее. Это же поляки, это же европейские евреи. Всем же известно. Вам не известно? Я хорошо знаю поляков. Теперь известно. Так вот, ты видишь перед собой всю эту компанию, которая смотрит удивленно на тебя, в свою очередь. Перед тобой открытая дверь фургончика. Сейчас моросит дождь, раннее утро. Ну, я заглядываю, говорю, поляки есть. А ты на какой языке? Я просто с поляками. Я только что с поляками ехал и. Ты должен быть в нацистской форме при этом еще. А если найду? Ладно. Ладно, в общем, я спрашиваю, не могли бы вы меня подвезти до ближайшего города? Да, здравствуйте, подвезти. Вовсе нет, ты направляешься с ними тоже в этот оздоровительный комплекс, душевно-оздоровительный. Ну, я же говорю, ну, наконец-то вы меня нашли. Японец что-то говорит по-японски и кивает строго головой на свободное сиденье. Я ему киваю. Патрик рыжий, нет? А куда я могу присесть? Кто зеленый? Я игнорирую, господи, я здесь. Эй! Ты рыжий? Я зеленый. Фил. Меня не надо. Патрик, ты рыжий? Ты рыжий тебя спрашивает? А, я Патрик, да, я рыжий. Он забыл, что он Патрик просто. Я видел под прикрытием, я вообще забыл, кто я. Фил думал, что он за мою крысу спрашивает. Она что же Патрик? Ну, точнее, он. Патрик рыжий? В общем, ты забираешься и садишься на свободное сиденье, а свободное сиденье рядом с зеленым, а зеленый у нас Артем. Адам. Адам, как в зеркало Артем. Смотрю на Адам Адама. Бжезинский, да. Не могу ничего понять. И тут ты понял, что все-таки ты поляк. Я показываю в сторону Вацлава и говорю, он поляк. Все-таки родственник. Я поворачиваюсь на него.
Ладно, давайте дальше. Батлов поля. Можно, да, спасибо. Я делаю вид, что ничего не знаю. Ну, как бы. Вообще, я представляюсь, еще раз говорю, я Патрик. Вот, всем привет. Брайан не понимает, что здесь происходит, поэтому пытается... Да, ты на каком языке разговариваешь, во-первых? А, ну, так как я американский коп, я разговариваю на английском. Конечно же, на польском. Да, но я поехал в Японию, потому что я знал японский. То есть меня, ну, выбрали, потому что я знал японский. То есть у тебя два, то есть у тебя два языка, знания польского и английского? А сейчас я скажу, сколько у меня японского. Японского у меня было в районе 60, я не помню, или 50. Очень О-го. Неплохо, очень неплохо. То есть ты говоришь просто с акцентом, но... Да, 60 японский. Достаточно неплохом японском. Ну да, по мне видно, что я не японец, я очень высокого роста. Возможно, даже больше, чем Саша. Типичный танк. Хорошо, водитель японец строго говорит по-японски, что... Нам нужно отправляться, а то мы еще за тобой заезжали, и нам нужно после обеда уже быть на месте. Ого, это он все по-японски сказал. Понял только я... один да. человек из вас. Тем временем я понимаю, что я ничего не понимаю. Что а я понял, и так. Патрик. Вот, я пытаюсь поддержать беседу, с кем я там рядом сижу. А тем временем машина отправляется, и там мелькает за окнами глубинка Японии, которая все меньше и меньше дома становится, и все больше и больше деревья. Я говорю, какое прекрасное туманное утро, вам не кажется, Элизабет? Восхитительное, да. А вы бывали в Лондоне? Да, я сейчас нахожусь в кругосветном путешествии, и Лондон был один из пунктов на моем пути следования. И что же вам больше всего понравилось в Лондоне? Тауэр Биг Бен? Лондонские мужчины. Брайан смущается, так? У вас хороший вкус, мадам. Не сомневаюсь. А белых видела? Белый? В то время я не думаю, что... В 60-м году был. А, да, точно. Тогда еще нормально. Нормально. Просто сейчас это был бы логичный вопрос. Ну да. Степан, а что, в Лондоне все так плохо? Ох эти капиталисты. Там, да, особенно центр Лондона, это такой чернокожий там, и понятно. Мулаты там всякие, арабы. Я вот сам, к сожалению, не был ни разу. Англичане стараются в пригородах селиться. Как раз таки. Окей, ладно, значит, машина едет, и вы начинаете замечать, что она из равнин постепенно поднимается в горы, и уже часа через три вас окружают горы, поросшие лесом, и сзади вы можете видеть, как вы поднимаетесь со стороны Токио, у которого из тумана торчат редкие башни небоскребов. На улице постепенно становится похолоднее, потому что вы поднимаетесь. Но, тем не менее, ничего страшного. Машин становится меньше. И уже после обеда вы едете по такому серпантину горному. С одной стороны, дорога срывается в пропасть, с другой стороны, это отвесная скала. И все это поросло редкими такими хвойными деревьями. Я обращаюсь к Александре Мироновой, спрашиваю, а у вас в России есть такая красота? Деревья. Не, ну вот, еще там, скалы, обрывы. Грибные лесы, леса. Лесы. Знаете, деревья в России. Ну, в горах я не была. Расскажи, как ты за грибами, за ягодами ходишь, она удивится. Рано, много, мокро, холодно. Все знания английского языка. А на самом деле, Лера, ты ходишь за грибами, за ягодами? Ну, пару раз была в детстве. Была? И в каком районе? Тверская область. Ой, я там тоже каждое детство у бабушки там... Прекрасная область. Гостил. Отлично. Она большая, правда? Ну, да. Не думаю, что мы пересекались. Вряд ли. В лесу за грибами. За подосиновик. И встретились у подосиновика. Ну, ладно. Продолжим. Адам спрашивает у Патрика, как так вышло, что
вся наша группа собралась в аэропорту, а вас мы нашли вот где-то в посадке какой-то. Нашли. Вы знаете, посадку я нашли. Потерял свой чемоданчик. То есть не я, а авиакомпания потеряла мой чемоданчик очень ценный. И целую ночь его искали. А вот. Что у вас в чемодане ценное такое? А это секрет. Там мои археологические всякие штуки. Вам не понять. Археологический? Вы археолог? И антиквар. С пилоприбамбасами? Я иногда путаю эти слова. Вот. Это ты как персонаж говоришь сейчас или как ты? Видимо, да. Я всегда как персонаж. Я вообще персонаж. Вот. А, то есть ты путаешь? Я из образа не выхожу. Сказал Патрик. Я ведь... Под прикрытием. Это я уже сказал от себя. А как мы поймем, когда ты от себя говоришь? Тебе надо таблички. Да-да-да. Все, давайте, отныне я не Филипп, я Патрик, всегда. Давай, хорошо. Отныне. Хорошо, Патрик. Мастер. Отныне и навсегда. Да-да. В общем, мне показалось подозрительным это странное объяснение о том, что у него в чемоданчике. Ты можешь пройти проверку? Я хочу проверить Spot Hidden. Давай, проверим. Что кидаем, рассказывайте. Spot Hidden, подожди. Мы кидаем высоты, то есть D-сотый. Это скорее, это подожди, а при чем тут реально Spot Hidden? Ну, он же пытается что-то скрыть. Ну, это скорее заметить что-то спрятанное. Это нужно проверять или... Он сказал странной формы, поэтому можно, в принципе... Ну, это да, заподозрить. Определить. Хорошо, сколько у тебя... На решение, мастер. Сколько у тебя умения? Сороковник. А у тебя там сложное Андрей что-то, повис. Филипп? Смотрите, у меня там не сложное, но я его держу вот так вот, прям вообще. Прям ну, всю и смотрю. Значит, сложность 10 Рыжков. Будем считать. Но там 10. Не сложно, там, подожди, Ву, там в правилах три варианта сложности. Давай, какой первый? Да. Простая, сложная и очень сложная. Ну, сложная пусть будет. Ну, то есть тогда половина 20. Или давай, 20, опять значит. Делим. 25 не прошел ты. Чуть-чуть. Близко. Я подозрительно посмотрел на этот саквояж или чемодан, или что там у тебя. Так, посверлил его глазами и успокоился. Говорю, мужчина, вам что-то интересно? Хотите, я вам расскажу про археологию? Палеонтология. Знаете, сложное слово. А это очень интересно. Я, знаете ли, тоже ученый. Это плохо. А в какой области? Математика. Это что-то современное, да? Нет, знаете. Ну, как вам сказать? Относительно. Примерно 2000 лет до нашей эры. Это нормально. Я могу вам рассказать. Что вас конкретно интересует? Я внимательно вас слушаю. Ну, знаете, археология для меня это что-то покрытое мраком. Начните сначала. Вначале было слово. С самого начала, да. И пока персонаж Филиппа пытается что-то там в общих чертах донести. Ваш автомобиль, преодолев гребень горы, начинает спускаться, и вы видите перед собой отличный такой, очень-очень красивый вид. Это в большой долине, такой как чаша, лежит озеро, почти круглое. Большое тоже, да, достаточно озеро. И на берегу этого озера, на той стороне, вы видите храмовый комплекс. То есть это храм с прилегающими к нему зданиями, в которые, видимо, вас и везут. Машина, петляя, спускается вниз в долину. Туман расходится, сейчас снова становится светло. И радостно, потому что солнышко. А что у нас было за время года? По-моему, осенью мы прилетели, если я не ошибаюсь. Осень, да? По-моему, да. По атмосфере осень была. Осень, ну отлично, значит осень. И вокруг вас окружают лиственные деревья, которые окрашены в желтый, красный цвета. То есть такие яркие, как факела просто горят. Осенние. Курасима. Да, мамидзи называется это. Клёны японские. Вот и еще через... Минут 25 машина, скрипя тормозами, останавливается в небольшом дворике монастыря. Этот товарищ выходит, открывает вам дверь.
и говорит по-японски, что мы приехали. Выходите, mm-hmm. и показывает жестом. Я спрашиваю... А, вот жест я понимаю. Я по-польски ему говорю, что, простите? Я вас не понимаю. Он на тебя смотрит так высокомерно, несмотря на то, что он ниже тебя ростом. Снизу вверх. На цыпочки встал, да. Специально. А знаешь, как маленькие люди смотрят на тебя снизу вверх, они так отгибаются назад немножко. И так, опустив глаза, на тебя смотрят. Поверхностно. Да. Да, вот так вот правильно Алексей сейчас показывает. Именно так. Ну, Адам выходит. Я думаю, все выходят. Я думаю, вы все выходите наружу, кто-то да. Кто-то упал. Поднимите его. Я подаю... Выходя, я подаю руку Александре. Она уже упала, поздно. Это да, это было я. Тогда я склоняюсь и подаю ей руку, чтобы она встала. Пока вы ехали, облака снова сгустились. Когда вы подъехали уже... Какая прекрасная погода. Такая серая. Сероватого цвета уже небеса. Совсем как в Лондоне. Да-да-да, я вот... Храм сделан из старого камня. Он такой серый и очень древний, как будто бы изъеден уже дождями. И черного дерева, оно как будто бы мореное. То есть оно настолько долго уже стоит, что стало абсолютно черным. И все от него отдает какой-то такой древностью пугающий здесь. Дорожки... И мы все теряем санити. Дорожки вытерты до блеска, несмотря на то, что они каменные. То есть видно, что очень долго этим храмом пользуются. И встретить вас выходит человек, он тоже невысокого роста, японец, широкоскулый, узкоглазый, естественно. Так, ну, скажем так, миндалевидные у него глаза. Это японцы. Они считают, что у них большие глаза. Они у них широкие, но узкие. Окей. Длинные, но короткие. Да, он выходит такой шаркающей походкой. Двигается к вам, он брит наголо. Особого загара на нем незаметно. У него кожа светлая, отдающая слегка таким сероватым. Он подходит... Кланяется вам, сложив руки вместе, и произносит какое-то приветствие буддийское, после чего делает два хлопка. По этой самой? Привет! Да. Привет! И еще один поклон делает. Я повторяю за ним. Я складываю руки на трости и так слегка ему кланяюсь. Водитель подходит к нему, он что-то ему шепчет на ухо. Тот ему кивает, он садится и уезжает в направлении. В закат. В том направлении, с которого вы прибыли. Никому это подозрительным не показалось. Что именно? То, что они переговорились, перекивнулись, там, переморгались и уехал. Никто не моргался, они просто поклонился, ну. Ну, скажи, а мне 40-я история не дает ничего интересного узнать по поводу храма? Ну, то есть, я же, наверное, что-то о нем знаю, давай или нет? Давай попробуем. Давай. 69. Нет, ничего не дает узнать тебе. Хорошее число. Вы никогда не будете прокидывать умения, это же я кидаю кубы, знаете. Вообще не будет. Какие бы у вас умения ни были, все равно их не прокинете. Проклятие. Вы оглядываетесь вокруг, храм... метров 20 шириной, высотой, такой во внутреннем дворике вы находитесь сейчас, там посажены низкорослые хвойные деревца во дворе, видите нескольких еще человек, которые убираются там, похоже, тоже в черных одеждах, и этот товарищ, который вас пришел встретить, разворачивается и рукой, приглашающим жестом, вас зовет за собой и движется мелкими шаркающими шагами на сандалиях таких деревянных в сторону храма. Я хочу подойти к нему поближе и обращаюсь к нему по-английски. Говорю, прошу прощения, вы говорите по-английски? А, то есть ты за ним идешь, да, и спрашиваешь? Да. Он смотрит на тебя и кивает. И двигается дальше. Как всегда. Хорошие какие, гостеприимные ребята. Я хочу обратиться к Патрику и
просто с надеждой такой спросить. Вы случайно не знаете японский? Я... Да. Вы сейчас двигаетесь за ним все это время, да? Ну, да. Вы проходите по узким коридорам через анфилады таких задвинутых бумажными стенками комнат. И в конце концов поднимаетесь на второй этаж, и там он показывает вам большую комнату. Это действительно достаточно большая комната. Она где-то состоит из, сейчас скажу, сколько татами. Ну, где-то 5 на 2, 5 на 3 метра, вот так вот. Нет, 4 на 3 метра, где-то вот так. И там тоже лежат свернутые футоны, их 6 штук. Ей! Круто! У этой комнаты есть окно, тоже достаточно высоко расположенное, и оно заделано не стеклом, а такой светлой бумагой. То есть через него ничего не видно. Мы все спим вместе, я так понимаю? Я думал, отель был плохой. Он показывает вам на эту комнату, потом кланяется и разворачивается. С намерением уйти. Бриться не надо было? Обращаюсь к нему. Прошу прощения. Он останавливается и смотрит на тебя. А вы не могли бы распорядиться, чтобы в комнату принесли хотя бы одну, а лучше парочку ширм? Ну, сами понимаете, с нами дамы. Он головой свертит из стороны в сторону, как бы показывает, что не понимает, о чем ты говоришь. Спим в штанах. Я еще раз обращаюсь к Патрику, говорю, а вы, случайно, не знаете японский? Может, вы поможете нам перевести? Да, я знаю японский. Помогите, пожалуйста, моему другу. Я подхожу к японцу и перевожу ему. То есть, что ты спрашиваешь у него? Я у него спрашиваю, не найдется ли у них ширмы. Или двух. Он говорит, возможно, вечером вам дадут ширму. Я говорю, спасибо. Верьте в лучшее. Я вопросительно смотрю на Патрика. Он говорит, там устраивайтесь, сейчас принесут одежду. И уходит. Одежда. Точно, бриться надо будет. Крутая монашеская одежда. Так вот у вас такая угловая комната здесь будет. Как у Райдена из Mortal Kombat. Да. Угловая комната, здесь задвижные двери такие. Сейчас еще постригут наголо. Вот вы здесь находитесь внутри. Все попадали. Вы там угловая пока... комната, ты сказал, да? Да, угловая. Значит, надо... Можешь нарисовать эти самые окна тоже? Одно окно там. Окно вот здесь вот находится, и оно, да, наверху узкое окно, оно заделано бумагой полупрозрачной, светлой. То есть довольно темно светлой. В комнате. А вход достаточно. Там, где крест у тебя, да? Да, вход вот здесь. Красным пробраться... отмечен. Выбраться через окно никак, да? Это второй этаж, да? Второй этаж, да. И вида никакого нет из окна. Нет. Если бы он был, то мы бы об этом не знали. Тем лучше. Да. Я подозреваю, что окно еще так высоковато, что ты в него особо не заглянешь. Это такой вот скорее как лючок такой под потолком. Но оно под где-то, потолком, да, там полметра на полтора метра. Мы ведь уже сами остались, да? Я обращаюсь к Вацлаву, говорю, не хотите прогуляться по дворцу пока что? Пока тут еще разбираются с вещами. Предложение, конечно, интересное, но я думаю, стоит дождаться, когда принесут одежду. Я думаю, мы же с вами интеллигентные люди, мы выйдем, дадим возможность переодеться барышням, вот тогда и прогуляемся. Хорошо. А пока сами, да, переоденемся? Я сажусь в уголок. И раздеваемся. Это, снимаю пиджак и обращаю внимание, что у... Как его зовут? Жучок у тебя. Не, он спрятан. Как тебя, Артём, зовут? Адам. Адам. А тебя, кстати, в списке нету, по-моему. Я добавил. Ага. Вот. Значит, обращаюсь к Адаму, говорю, смотрю, что это у вас за крыса такая? Это мой партнер по представлению. Позже вечером будет представление, приходите обязательно. А где будет происходить? А здесь прямо будет. Хорошо. Как будто мы сможем не прийти вообще. Будет аншлаг. Помещается много... Я очень постараюсь присутствовать. Пока вы болтаете, приходит тот же японец, он приносит ворох черной одежды, такой у него сложенный. Не ворох, а стопку. Кладет, кланяется и уходит. О том, как вы будете мне переодеваться, мы узнаем уже в следующей серии. Спасибо, что смотрели. Далеко не разбегайтесь. Всем пока.